Останавливается.
Оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью. Будьте здоровы! Уважаемые пассажиры, теперь вы можете оплатить проезд банковской картой в границах МЦД Одинцово-Лобня на Хабино-Подольск. Будьте внимательны, карту необходимо прикладывать к специальному турникету или валидатору и на входе, и на выходе. При отсутствии входной или выходной валидации применяются дополнительные сборы. Приятных поездок! Аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево. В связи с реконструкцией инфраструктуры ограничено